В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні до нас завітала професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації Одеського національного медичного університету, лікар спортивної медицини вищої категорії та ЛФК Ольга Геннадіївна Юшковська. Вітаю вас, пані Ольго. Здравствуйте. В останній час перед світом постало гостре питання, вже навіть не самого процесу захворювання або перебігання хвороби, а саме реабілітації після хвороби. І перше питання, яке ми будемо обговорювати, це от ваш досвід, наскільки наразі та які є можливості, потужності у одеських медзакладах по реабілітації хворих на коронавірус? Добрый день, еще раз добрый вечер. Вы знаете, действительно, никогда еще лечебная физическая культура не была так востребована в обществе и медицине, как востребованы сейчас знания моих коллег на этом этапе. Потому что действительно, с какой ситуацией столкнулось человечество? Не говоря о коварстве самого вируса, о том, как тяжело болеют люди, о том, как серьезно они переносят это заболевание. В основном и достаточно часто человек сталкивается с тем, что вирус поражает легкие. Наша дыхательная функция – одна из основных функций, которая дает нам возможность адаптироваться к движению, адаптироваться к жизни, быть социально востребованным, выполнять физическую нагрузку, оказывается нарушенной. Поэтому сейчас на первый план выходит именно средство физической реабилитации дыхательной функции. Ведь не секрет, что вакцины пока еще нет, мы находимся в ожидании, весь свет замер. И даже тогда, когда она появится, не так просто будет получить к ней доступ. Антибиотик, терапия, которую иногда пациенты назначают себе самостоятельно, безусловно, для лечения самого по себе вируса, конечно же, не актуально. Это уже для лечения осложнений, вызванных вирусом, возможно, применение антибиотиков. И сейчас на первый план выходит восстановление функции легких с самых первых этапов, тогда, когда пациент находится еще либо в отделении интенсивной терапии, либо на больничной койке, либо лечится дома самостоятельно, мы говорим о том, что мы можем и должны помогать пациенту восстановить дыхательную функцию. Что на этом этапе можно делать, на любом из этих этапов? Во-первых, улучшать вентиляцию легкого. Во-вторых, способствовать восстановлению стереотипа типа дыхания, правильный вдох, правильный выдох. В-третьих, это, конечно же, усиливать дренажную функцию легких, улучшать отхождение мокроты. Это речь идет об остром этапе, о том, когда пациент находится либо в отделении интенсивной терапии, либо в терапевтическом отделении, в отделении инфекционной больницы. Каковы возможности одесских клиник? Мне трудно провести такую, скажем так, оценку этой ситуации, потому что, конечно же, сейчас во главу угла поставлена в клиниках не столько реабилитация пациентов, сколько оказание неотложной помощи. И вот самое главное, пациент, выписываясь с больничной койки на домашнюю, должен получать совершенно четкие, конкретные рекомендации специалистов. И я думаю, одной из основных целей и задач сегодняшней нашей встречи на вашем канале и моих выступлений на других каналах является аргументированный подбор и назначение, во-первых, физических упражнений, во-вторых, специальных дренажных положений, в-третьих, конечно, по возможности подбор и расширение режима двигательной активности, а в-четвертых, правильная рациональная нутрицептическая поддержка, потому что, безусловно, когда койки интенсивной терапии так востребованы, да, мы должны их максимально использовать для оказания неотложной помощи. Но, конечно же, и уже на этапе неотложной помощи использование средств ЛФК возможно.
Так, хочемо поговорити. От зараз більшість вважає, що є такий спосіб надування повітряної кульки. От це ідеально, так вважаю, що це ідеально для тих, хто оговтується після недуга, адже за допомогою цього людина розробляє легені. От чи не шкодить це навпаки здоров'ю людини, яка тільки оговталась після ковід? Ну, ті, хто вважає, що так ідеально, да, то це ніколи не врачи лечебной физической культуры, никогда не специалисты в области физической реабилитации. Вы никогда не услышите от специалистов такие рекомендации, особенно в контексте вирусной пневмонии, которая вот сейчас вызвана ковидом. У нас есть широчайший арсенал упражнений, которые назначаются этим пациентам в связи с тем, что происходит. Смотрите, коронавирус поражает очень сильно альвеолярную ткань, поражает кровеносное русло легких. Легкие превращаются в такую, можно сказать, хрупкую кровоточащую рану. И, конечно, любое интенсивное воздействие, такое, как, например, надувание шариков, а это развитие усилия, вызывает определенную, можно даже сказать, баротравму. Потому что, помните, законы физики с той самой силой, с которой мы надуваем шарик, да, сила действия равна силе противодействия, с той же самой силой шарик раздувает наши альвеолы. Иногда, безусловно, существуют показания, при которых мы должны раздувать альвеолы. Но это совершенно не тот случай. Для чего специалисты могут назначать надувание шариков? Это прежде всего тренировка такой функции, как выдох. Но если речь идет о пациентах, находящихся в остром состоянии, то для них существуют совершенно другие упражнения, тренирующие выдох. Я могу их сейчас перечислить. Значит, обратите внимание, мы в лечебной физической культуре очень четко подразделяем и подбираем физические упражнения в зависимости от того режима двигательной активности и от функциональных возможностей пациента. Если пациент находится в остром состоянии, если пациент объективно имеет проявление признаков заболевания очень яркое, высокую температуру, у него затруднено дыхание, он субъективно ощущает себя достаточно плохо, мы тоже тренируем выдох. Но как? Мы можем делать тренировку выдоха, например, через губы, сомкнутые трубочкой, да, просто так. Или же через один угол рта, попробуйте вдохнуть и выдохнуть. Через угол рта, через один угол рта, через другой. Сделайте акцент на выдохе, да? Сделайте выдох продолжительным. И что еще можно рекомендовать? Вы можете взять настоящие трубочки, коктейльные трубочки. И чем шире будет диаметр этой трубочки, тем легче вам будет выполнять движение. Но тем не менее, выдох через трубочку, он создаст препятствие выдоху. И в процессе усложнения и возможности, увеличения возможности и усложнения упражнений у меня вот передо мной стоит стакан с водой. И это совершенно очевидно. Если вы опустите эту трубочку в стакан с водой и будете выдувать через губы сомкнутые трубочкой, через пластиковую трубочку, через воду, преодолевая препятствие, создавая вот такую воздушную вибрацию, эта вибрация будет передаваться по воздушной струе обратно в легкие, вы достигнете нескольких эффектов. Первый эффект – тренировка выдоха. Второй эффект – тренировка выдоха, связанная не только с созданием сопротивления трубочкой, но и выдох через воду. И третий – вот эта вот вибрационная воздушная струя, вибрирующая, осцилляторный эффект от вибрации воды передается на легкие, способствует отхождению мокроты. Здесь, опять же, нужно очень четко помнить одно из основных правил медицины. Оно звучит так – не навреди. И, конечно же, когда пациент находится на строго постельном режиме, когда его положение в постели может быть только лежа, да, мы в этом положении можем говорить о чем? О том, что мы тренируем полноценный акт вдоха и выдоха. Для этого нам нужно активно включать в дыхание диафрагму. Диафрагма – это грудобрюшная преграда, находящаяся между грудной и брюшной полостью. Сделать это очень просто. Пациент находится
находится в положении лежа, он укладывает руку на живот, во время вдоха надувает живот, во время выдоха втягивает. Надули, втянули. Что это нам дает возможность? Это нам дает возможность использовать нижние отделы легких, это нам дает возможность максимально использовать диафрагму как мышцу вдоха, она помогает вдоху. Далее, постепенно мы можем усложнять движение и давать возможность легким увеличиться в объеме. Как это сделать? Если речь идет о симметричных поражениях легких, то есть поражения легких находятся и в левом, и в правом легком, нам необходимо увеличить объем всей грудной клетки. Если мы разведем руки или поднимем руки наверх, особенно если речь идет о нижних отделах, объем грудной полости увеличится. Это мы сделаем при вдохе. При выдохе мы наоборот опустим руки, обнимем себя, уменьшим объем. Если очаг пневмонии локализуется, например, в левом или в правом легком, да, то нам необходимо делать упражнение целенаправленно на левое или на правое легкое. Например, если речь идет о правой стороне, мы поднимаем в сторону правую руку и наклоняемся влево. Тогда ребра у нас при вдохе дают возможность нижним отделам правого легкого расправиться, а затем при выдохе мы с выдохом опускаем руку, приводим ее к телу и сгибаем. Таким образом мы вентилируем или все легкое, или отдельные доли легкого. Еще когда речь идет о постельном режиме, дорогие коллеги, друзья, одесситы, мы можем использовать так называемые дренажные положения. Дренаж – это отток. В нашей специальности используются так называемые дренажные положения для улучшения оттока мокроты и из тех или иных зон легкого. Посмотрите, пожалуйста, для того, чтобы создать улучшенные условия оттока мокроты, нам нужно сделать так, чтобы, если это функциональная кровать, имеющая возможность поворачиваться, то нижний отдел кровати у нас должен быть опущен. Ну, конечно же, если вы находитесь не дома, а находитесь дома, а не в клинике, и нет такой кровати, то используйте скрученное, например, одеяло, плед, подушку, и подкладываете ее под область талии, и тогда то же самое у вас получится. И обратите внимание, если очаг расположен в нижней доле правого легкого, подкладываете подушку под левое, больной ложится на левую сторону, и здесь находится подушка, и опять же вы поднимаете руку, даете возможность расправиться, и с помощью вот такого дренажного положения мы улучшаем отток. Я чуть-чуть позже еще добавлю к этому, когда расскажу о вибраційному воздействии. Так. До речі, з трубочкою це буде дуже ідеально для дітей, тому що це їх улюблена гра буде, заняття на таке. На самом деле, з дітьми дуже просто делать такі упражнения. Помимо трубочки, обязательно делайте с трубочкой. Очень рекомендую родителям взять карандаш, любую палочку. И помните, делали такие мельнички из бумаги, разрезаете на 4 лепесточка, через один закрепляете, получается такая крутящаяся мельничка. Дети прекрасно могут дуть эту мельничку, чтобы она крутилась. И в зависимости от функциональных возможностей дыхательной системы мы и подбираем упражнения. Кстати, даже у ребенка вы очень просто и легко можете оценить, насколько его дыхательная функция вовлечена и затронута процессом воспаления. Есть у нас специализированные тесты, да, врачебные тесты на задержку дыхания, да, например, проба штанги, проба генчи. А я могу для того, чтобы не перегружать наших телезрителей терминами, вот предложить им и вам сделать такой вот простой тест. Попробуйте, пожалуйста. Вы должны произнести на выдохе, да, как можно большее количество номеров цифр, да, посчитать вслух, на выдохе. Ну, например, от 1 до 30 это минимум. Так. Смотрите, если ваши функциональные возможности состоятельны, то время задержки дыхания на выдохе у вас должно быть не меньше 30. Вот попробуйте, не добирая вдоха, да, и сделать на выдохе, посчитать от 1 до 30. У вас швидко? Получится? Як? Ну, не так уж швидко. Спокойно, добре. Попробуйте, добре. Давайте.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ну, браво. Значит, здорово. Так. Значит, с вашими легкими все хорошо. Слава Богу. Я искренне рада. Дорогие друзья, попробуйте, сделайте это простое упражнение. На выдохе время произнесения звуков 30 секунд. Этого вполне достаточно для того, чтобы убедиться, що у вас все хорошо з легкими. Так, дуже гарна така вправа і дійсно не потребує багато часу. 30 секунд, навіть менше виходить. Так, сьогодні ви принесли у нас в студію тренажери. Могли б продемонструвати, як кожен з них працює, і розповісти нам про їх плюси, мінуси? Ви знаєте, тренажери – це замечательна штука. Я бы их принесла. Почему? Потому что очень часто в моем Фейсбуке и по телефону люди спрашивают, правда ли, что вот помогают, что можно использовать. На самом деле, конечно же, можно использовать и тренажеры. Но все тренажеры, которые существуют, они базируются на простых пониманиях и знаниях физиологии простых упражнений, которые существуют. Например, когда мы с вами, опустив трубочку в стакан с водой, выдували туда воду и создавали вибрацию, и передавали эту вибрацию по воздушной струе, мы реализовывали тот самый эффект, который вот как раз и есть, ну, например, в таком тренажере. Подобных тренажеров очень много в интернете, вы их найдете под общим названием PEP-тренажер. PEP – это три английские буквы. Positive Expiratory Pressure. Смысл состоит в чем? В том, что вы выдыхаете через трубочку, через губы, сомкнутые трубочкой. Здесь есть дырочки такие для того, чтобы воздух проходил. Но задача усложняется чем? Тем, что в этом тренажере есть тяжелый металлический шарик, и он вибрирует, и он вибрирует. И когда мы выдуваем, то получается вот такой вибрационный прерывистый звук. Все то же самое, вот как мы создаем здесь вибрацию в этой стакане с водой. Но, конечно же, когда мы говорим о начальных этапах заболевания, стакан с водой будет гораздо более предпочтительной трубочкой, чем вот этот тяжелый металлический шарик, который нам нужно будет выдувать. Поэтому вопрос по тренажерам – это не обязательное условие. Да? Еще один тренажер тоже достаточно широко представлен в интернете, называется Акапелла. Точно такой же выдох. Смотрите, как мы, какие упражнения используем. Тренировка вдоха, тренировка выдоха. Вибрационные упражнения, они улучшают дренаж, отток. И также у нас существуют упражнения, улучшающие вентиляцию. Да? Поэтому точно так же мы тренируем выдох, мы выдыхаем в трубочку. Создаем вибрацию. Да, ну и один из самых популярных сейчас тренажеров, который он часто есть в клиниках, в наших частных клиниках, я знаю, существуют подобные тренажеры. Это тренажеры, как раз они не создают вибрацию, но они позволяют тренировать отдельно вдох, позволяют тренировать отдельно выдох. Значит, этот тренажер называется трибол, потому что там три шарика, да, и нам нужно выдать силой нашей воздушной струи все три шарика. Честно говоря, по дороге я их перепутала. Красный шарик должен быть посередине, а белый в конце, потому что белый самый тяжелый. И поэтому, смотрите, я сейчас буду вдыхать и, соответственно, выдыхать, мы будем видеть, что происходит. Вот смотрите, вдох. Поднимается шарик. Если хочу сделать выдох, меняю положение. Да, и силой выдоха выдуваю шарики. Чем хороши эти тренажеры? Здесь точно так же развивается позитивное давление на выдохе, но, конечно же, они позволяют дозировать усилия, в отличие от шарика. Поэтому выдуваем шарики достаточно, так скажем, дозированно. Один шарик для пациента вполне достаточно. Из упражнений я всегда еще очень часто в своих интервью рассказываю о звуковой гимнастике. Та звуковая гимнастика позволяет нам активно включать дыхательные возможности даже у тех пациентов, которые находятся на строго постельном режиме, потому что, по сути, звуковая гимнастика относится к статическим дыхательным упражнениям. Нам не нужно вовлекать мышцы рук, ног и туловища. Мы произносим различные звуки. Да, это могут быть гласные звуки. Обратите внимание, гласные звуки – это звуки, которые тоже произносятся на выдохе. Да? И чем дольше мы будем
будем тянуть гласный звук, тем больше мы будем тренировать выдох и лучше будем эвакуировать воздух из легких. Помимо этого, гласные звуки оказывают такой же вибрационный эффект, как оказывает трубочка, опущенная в стакан с водой. То есть изначально это будет чистый гласный звук, то когда воздух будет заканчиваться в легких, легкие будут подключаться, и мы будем слышать вместо гласного звука «а», мы будем слышать вот такое дребезжание. Да? И поэтому вот такие вот звуки очень активно используются. Я сегодня, кстати, видела в интернете, в YouTube большое количество уже таких вот реплик на мои видео по вот как раз этим упражнениям. И очень многие используют уже везде, тоже показывают упражнения на основе моего любимого закрытого стона. Да, это как бы часть мантры ОМ, но только не в контексте лечебной физкультуры. Это просто произнесение закрытого согласного звука. Мы долго его произносим. И вот эта вот звуковая гимнастика, она лежит в основе вот тоже дыхательных упражнений. Что бы я еще рекомендовала овладеть, каким упражнением? Это упражнение, которое, по сути, тренирует сам стереотип дыхания. Вы знаете, дорогие друзья, когда пациент, человек болеет, долго находится в постели, нижние отделы легких очень плохо вентилируются. Очень плохо вентилируются. То же самое и касается верхушек легких. Поэтому мы должны обучать нашего пациента навыкам правильного дыхания. Какие есть вариации, типы дыхания? Да? Чаще всего, если речь идет о женщинах, то у женщин преобладает грудной тип дыхания, а нижние отделы не вовлекаются в дыхательный процесс. А у мужчин в основном работают в большей степени верхние отделы, а нижние, особенно если они поджаты содержимым живота, да, то есть не функционирует. Нам очень важно обучить пациента правильному дыханию, дать ему возможность дышать всеми легкими, да, увеличивая объем грудной полости и уменьшая. Поэтому здесь дыхательные техники работают очень хорошо. До речі, я займався йогою от десь рік тому, і ось ці всі вправи, вони також були і на йозі, і звук, який робить вібрацію по тілу, тим чином допомагає усім органам тіла людини. От чи можна використовувати ці вправи у повсякденному житті для профілактики? Знаете, не только можно, но и нужно. Я очень люблю эти упражнения и в плане подготовки к любой физической активности. Да? Эти упражнения используются вообще как часть развития возможностей, вокальных возможностей у певцов. Они используются тогда, когда мы хотим подготовить наших спортсменов. Да? То есть мы даем дыхательные упражнения. И вот вы упомянули о йоге, то нужно сказать очень важно. На самом деле в любой религии основа молитвы, которая существует, мантры, молитвы, чего угодно, это произнесение звуков. И звуки создают совершенное, очень четкое воздействие, передают вибрацию. И, кстати, вот как я уже анонсировала, когда мы делаем дренажную гимнастику, когда мы находимся вот таким образом, чтобы мокрота перетекала, да, через область бифуркации трахеи, наша одна рука поднята, например, можно делать вибрацию, создавая поколачивание, постукивание по области легких, а можно произнесением звуков создавать вибрацию. И тогда мокрота лучше и легче отходит. Это очень важно. Эти все упражнения будут не просто полезны, они будут чрезвычайно актуальны сейчас, в этот период, когда мы с вами знаем, что возникает риск развития вирусных заболеваний. Сейчас похолодало. Сейчас, к сожалению, такое количество заболевших, что, вы знаете, я сегодня, выйдя в магазин, встретила свою коллегу, она была в маске, и она мне говорит: «Ольга Геннадьевна, не подходите, я очень сильно болею». Но человек вышел в магазин, да, и, конечно же, ее лицо закрыто,
закрыты маской, но люди берутся за ручки дверей, да, люди контактируют друг с другом. Поэтому наша задача максимально подготовить свои верхние дыхательные пути, да, свои слизистые, чтобы их иммунорезистентность была максимальная. А что такое иммунная защита? Иммунная защита высока тогда, когда там активно происходят процессы, не только связанные с трофикой, питанием, оксигенацией. Да? Это, знаете, как когда вода стоячая, то в ней активнее развивается все то, что не должно развиваться. До речі, з приводу маски, ми досить недавно проводили експеримент соціальний, і більшість людей відповідає нам, що маска, вона затрудняє дихання і цим послаблює імунітет. Ви згодні з цим? Вы знаете, сейчас в последнее время появились совершенно разные, вдруг неожиданные воззрения на использование масок. Вы знаете, мое глубокое, глубочайшее убеждение, что барьерная функция маски, она является вот такой вот, которая выходит на первый план при контакте с большим количеством людей. Когда вы находитесь в месте скопления людей, в транспорте, в магазине, да, когда необходимо основная функция маски, да, ее защитная функция, здесь вообще ничего не нужно обсуждать. Если мы говорим о том, что мы гуляем, например, у моря, и рядом нет никого, то, конечно, маска не является необходимым. Но то, что маска вдруг каким-то образом, находясь на лице, что-то там ослабляет, я думаю, что это, наверное, скорее всего, такие разговоры тех людей, которые не хотят использовать маски. Хотя, честно говоря, не так давно я столкнулась с появившимися недавно исследованиями абсолютно о том, что вот маска, при том, что это не такое уж густое сито, да, как бы хотелось, пропускает все-таки достаточное количество вирусов, и тем не менее я за маски. Так, скажіть, будь ласка, які рекомендації наразі існують по харчуванню людей, які перебувають у групі ризику, та людей, які зараз хворіють COVID-19? Очень важное, очень нужное направление. Мы сегодня обязательно должны расставить такие, знаете, мощные акценты. Да? Конечно же, питание по-прежнему остается и должно быть достаточно калорийным. Здесь сейчас абсолютно четко не место ограничительным мероприятиям, диетам. Если вы решили вдруг именно сейчас, перед Новым годом, начать скидывать вес, голодать, недоедать и при этом перемещаться в транспорте, сразу хочу сказать, это очень плохая идея, потому что барьерная функция желудочно-кишечного тракта – это такой же важный компонент и защиты иммунной, да, так как и барьерная функция слизистых альвеол и бронхов. Это во-первых. Поэтому калорийность рациона должна быть соответствующей. В рационе должно быть достаточно высокое количество белка. Особенно вот касается это молодых девушек, женщин, которые любят легкие салатики, немножко фруктов и так далее. И если вдруг начинают считать то количество белка, которое есть в рационе, оно действительно их удивляет. Каковы рекомендации? Не менее одного, а еще лучше 1,1-1,2 грамма на килограмм веса. То есть вы должны съедать примерно около 90-100 грамм чистого белка в сутки. И это очень важно, потому что иммунитет, иммуноглобулины, наша иммунная защита, наша кровь и так далее – это белок. Он просто должен быть, не говоря уже про мышцы. Особенно если мы говорим о пациентах, которые длительно находились в постели. И мы знаем, что вот такая неподвижность также способствует тому, что человек утрачивает свои возможности, они становятся более ослабленными. Поэтому белок – краеугольный камень. Это важно. Что еще важно? Очень важно относиться жиров. Жиры точно так же, такая же важная защитную функцию они несут, они участвуют в профилактике заболеваний, но здесь надо четко помнить, надо дифференцированно подходить к выбору жиров. Мы не можем сказать, что все жиры абсолютно идентично показаны. Жиры какие? Это жиры так называемые полезные. Сейчас на первый план снова и снова, не теряя свою актуальность, выходят так называемые
называемые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Их дозировки пересмотрены и гораздо выше. Совершенно спокойно добавляйте в свои салаты много оливкового масла. Совершенно спокойно, если бюджет, конечно же, позволяет, это рыба холодных северных морей. Если не позволяет, то это масло, орехи, семечки. Да? И также обратите внимание, яйца, очень важно. И обязательный такой вот момент, если нет возможности получать достаточное количество полезных жиров с пищей, используйте их таблетированно в препаратах омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Пожалуйста, рацион растительных масел на юге Украины чрезвычайно широк. Это не только льняное, и не надо искать оливковое. Как раз в оливковом омега-3 очень мало. Пожалуйста, это может быть не только масло льняного семени, это могут быть все остальные масла, которых сейчас вы найдете большой ассортимент. Это и масло грецкого ореха, это может быть масло амаранта, это может быть масло рыжика. Да? То есть огромное количество масел, пожалуйста, используйте к своему применению. Даже рапсовое масло, да, тоже, пожалуйста, используйте. Это что касается жиров. Что касается углеводов. Обязательно сложные углеводы. Почему? Потому что это та самая клетчатка, которая обеспечивает микробиом кишечника местом жительства. Мы знаем, что нашу защиту, иммунную защиту, мы получаем на 70% из кишечника. В кишечнике формируется 70% нашего иммунитета. Если там есть проблемы, значит, у нас есть проблемы с иммунитетом. Лактобифидобактерии – это может быть готовые йогурты, готовые кефиры, или сами створаживайте, покупайте закваски. Обязательно кисломолочные продукты в вашем рационе должны быть. Дальше еще по углеводам. Избегайте простых сахаров. Всевозможные конфеты, мармелад и тортики – это сейчас не лучший выбор. На самом деле сахар очень активно наш иммунитет подтачивает. И такой большой, очень серьезный пласт информации связан с тем, что сейчас появились очень большие схемы по профилактике вируса, вирусных проблем и по его такой вот курации в случае возникновения, основанные на использовании витаминной поддержки. Какие витамины являются витаминами иммунитета? Да, снова, всегда и как обычно витамин С. Его дозировки очень высокие, да, от 500 микрограмм. Дальше. Витамин А однозначно. Витамин D. Заметьте, и А, и Д, и Е – это все витамины жирорастворимые. Обязательно должен быть источник жиров. Витамин Д переживает сейчас такой ренессанс, и он уже как бы не первые годы этот ренессанс переживает. Если какое-то время назад люди моего возраста привыкли воспринимать витамин Д как антиархитический витамин, сейчас, конечно же, выходит на первый план совершенно другая его функция. Он активно участвует в метаболизме жиров. Люди, страдающие недостатком витамина D, они обычно имеют избыточную массу тела. И, конечно же, витамин D нам сейчас просто необходим в плане поддержания иммунитета. Современные западные рекомендации, и даже не так давно я читала переводной вариант китайских рекомендаций по питанию, очень интересный хендбук, и в нем точно так же указано. Витамин D в колоссальных дозировках, примерно 4-6 тысяч международных единиц и даже, возможно, без дополнительного исследования исходного уровня витамина D. Вот эти все витамины, это А, это Е, это D. Очень важно, конечно же, иммунное свойство витамина В12. И сейчас очень большую значимость практически во всех рекомендациях приобрел так называемый витамин П, кверцетин. Это вещество, получающее из японской сафоры.
это растительный витамин, и он чем интересен? Он активно участвует в подавлении репликации РНК-вируса. И практически во всех абсолютно рекомендациях западных мы встречаем кверцетин в использовании в соединении с цинком. Цинк тоже очень серьезный микроэлемент иммунитета. Поэтому обратите внимание на вот такое сочетание, да, А, Е, Д, витамин С, добавим в эту группу кверцетин. И еще в последнее время мы очень часто сталкиваемся с тем, что усиливается, потенцируется эффект мелатонина. Мелатонин – это прекрасный антиоксидант, это вещество, участвующее в нашей иммунной защите. И я знаю, у вас был ко мне вопрос относительно сна. И я уже, предвосхищая его, хочу на него ответить, безусловно. Получать витамины мы можем, конечно, и из баночек, и из пищи, но мы можем и должны их синтезировать самостоятельно. Почему нет? Как нам получить достаточный уровень мелатонина? Очень просто. Когда-то меня спросили, самый лучший здоровый лайфхак для здоровья, красоты, молодости, цвета кожи и стройной талии. Я ответила, шторы с эффектом блокаут. И правда, я совершенно четко знаю, если что-то в моем доме, в отеле, где я ночую, пропускает свет, это для меня испорченная ночь. У меня даже огоньки на телевизоре вот этого стендбай красного заклеены. И действительно это так. Постарайтесь сделать таким образом, чтобы в вашей спальне была абсолютная темнота. Тогда вы будете совершенно уверены, что если вы ложитесь спать, кстати, в последние годы появилось очень много рекомендаций, как нивелировать, вот, например, если мы с вами вечером смотрим на наши гаджеты, на наши телефоны, смотрим на экраны телевизоров или на экраны компьютеров, мы получаем вот это вот нехорошее синее свечение, этот синий свет, он препятствует выработке мелатонина. Поэтому рекомендуется за час до сна отказаться от телефонов, отказаться от телевизоров. И даже если у вас есть ночник, который у вас над кроватью, вы его читаете, книги, газеты, что вы читаете, то этот ночник должен быть не белого дневного света, а именно желтого света, мягкого. Поэтому нам надо относиться очень бережно к тем свойствам иммунной защиты, которые мы можем получить. Да? Например, тот же самый мелатонин мы можем получить самостоятельно, но ложимся вовремя спать, да, совершенно плотные шторы. Так. Дуже цікаво, ви розповідаєте. Ось дійсно здоровий сон. Я з вами згоден повністю, лежить в основі всього. Вітаміни також потрібно пити і потрібно їх дозувати в правильній послідовності. На жаль, зараз у нас вже дуже мало закінчується ефірний час. Хотів таке важливе питання. Ось люди, які зараз хворіли COVID-19, вони довгий час перебували в лежачому стані і не мали активності. От як відновити активність, щоб не перевантажитися? Ви зараз пропагандуєте скандинавську ходьбу. От могли б нам розповісти про неї також? Могла би. Так. З удовольствием. Я являюсь національним амбасадором нашої Європейської асоціації скандинавської ходьби. З удовольствием обучаю людей скандинавської ходьби. Сама пройшла обучення у основателя скандинавської ходьби у Марка Кантанева. У нас є прекрасна група «Небесные ласточки». И вчера на занятиях в нашей группе было две небесные ласточки, которые занимаются уже восстановлением, к сожалению, после перенесенного заболевания. Безусловно, если вы длительно находились в постели, если вы ослабли, и вам нужна двигательная активность, вам нужен воздух, вам нужны прогулки, когда вы убедились, что вы уже не опасны для окружающих, безусловно, нужно начинать с циклических нагрузок, аэробных. Обычная даже ходьба – это уже прекрасный выбор. Если вы остановились на скандинавской ходьбе, в чем ее отличие от обычной ходьбы? При скандинавской ходьбе идут только две ноги и больше ничего. При обычной ходьбе. А при скандинавской работают и руки, и ноги, и туловище. Не работает, наверное, только лицо. И то оно расплывается в улыбке. Говорят, что при скандинавской ходьбе работает 95% мышц
мышц всего тела. Это способствует, во-первых, восстановлению мышц плечевого пояса. То, что нам необходимо для восстановления функций легких. А поскольку при скандинавской ходьбе, при движении палками, это специальные движения, это отнюдь не совсем то, что вы видите иногда на улицах нашего города, когда пожилые люди перемещаются в технике Деда Мороза с опорой на палки. Это совсем не это. Техника скандинавской ходьбы, она достаточно серьезная и емкая по своей значимости. Поэтому обязательно в определенной дозе, в определенной зоне пульса. Как рассчитать зону пульса? Обычно для спортсменов у нас существует такая формула для расчета 220 минус возраст. Это максимальный пульс. И от этой цифры нужно считать зону низкой интенсивности около 50%. Но поскольку после серьезных заболеваний мы, конечно, отсчитываем не 220, существуют рекомендации 190 минус возраст и от него отсчитать половину. Да, и в зоне интенсивности 50-60% вы идете. То есть не нужно требовать значительного повышения пульса, но за счет того, что работают мышцы рук и ног активно, за счет того, что вы дышите воздухом, за счет того, что не менее 20, а лучше 30-40 минут вы находитесь в движении, это аутдор тренировка, там восстановление происходит значительно быстрее. Зробимо такий маленький анонс. Можливо, ми зробимо з вами спільний сюжет з приводу скандинавської ходьби, де розкажемо більш детально всі плюси цього спорту. Ми будемо дуже раді. Так, дякую вам, пані Ольго, за такі прекрасні поради та настанови. Нагадую, що в студії була професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри спортивної медицини та фізичної реабілітації Одеського національного медичного університету, лікар спортивної медицини вищої категорії та ЛФК Ольга Геннадій Юшковська. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові та залишайтесь на телеканалі «Репортер».